В 2017 году в Жамбылской области было выявлено 83 нарушения в сфере безопасности и охраны труда. На предприятиях и организациях региона произошло 63 несчастных случая. Из них 16 со смертельным исходом. Эти и другие цифры прозвучали в ходе отчетной встречи об итогах работы областного управления инспекции труда. В целом, в прошлом году инспекцией труда было проведено 287 внеплановых проверок. В результате выявлено 297 нарушений. В связи с этим работодателям было внесено 56 постановлений об административных правонарушениях на сумму свыше 7 миллионов тенге. На сегодняшний день в казну удалось взыскать более 6 миллионов. Кроме того, областной инспекции труда проводит мониторинг исполнения трудового законодательства и соблюдения безопасности и охраны труда по 100 предприятиям. Также ведется и декларирование соответствия условий труда установленным стандартам, благодаря чему предприятия могут получить сертификат доверия, который освобождает от выборочных проверок сроком на 3 года. Одним из первых такой сертификат получило товарищество «Кнауф Гипс Тарас». Сегодня, значит, наши предприятия, значит, все рабочие полностью 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мероприятие, значит, вот по страхованию выделено почти, значит, 1 000 000 тенге, значит, на профилактическое питание 7 миллионов тенге.